Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasset.info, перед нами Realme C25Y, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить контрастный текст. Для этого мы заходим в настройки, в настройках выбираем специальные возможности и листаем в самый низ, после чего мы можем здесь включить или выключить контрастный текст. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!